Центральный бульвар города Колпашево вновь пострадал от рук вандалов. На этот раз на новой благоустроенной территории на улице Кирова были повреждены 4 из 8 ярмарочных домиков. В двух павильонах ущерб нанесен дверям, еще у двух оторваны доски. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Он произошел 26 августа около 2 часов дня. На видео видно, что за деревянными павильонами расположилась группа несовершеннолетних. Подростки били стены деревянных домиков ногами, отрывали доски, после чего покинули площадку. В этот же день, в вечернее время, около 19:20, возле ярмарочных домиков вновь собралась группа подростков. Дети отрывали доски, некоторые унесли их с собой. По информации городской администрации, специалистами установлено количество поврежденного материала, а именно 17 досок евровагонок, часть из них удалось найти на территории, часть необходимо будет снова закупать. На одной из дверей торгового павильона оказался поврежден также и утеплитель. Вандализм молодых людей записала камера наблюдения, лица хулиганов можно разглядеть. Власти подали заявление в полицию. Сотрудники полиции анализируют видеозапись и вычисляют подростков, причастных к акту вандализма. Если вы узнали кого-то из этих подростков, можете передать информацию в городское поселение по телефону 5-13-53 или в дежурную часть по телефону 02. Отметим, в настоящее время городская администрация ведет процедуру сдачи в аренду ярмарочных домиков на территории Центрального бульвара. Однако в случае, если акты вандализма будут продолжаться и дальше, может оказаться, что размещаться предпринимателям будет попросту уже негде.